При помощи этого видео вы узнаете, как быстро проверить, насколько правильно вы настроили автоматизированные правила в Google рекламе. Для этого вам нужно зайти в ваш аккаунт Google рекламы, здесь нажать на «Инструменты и настройки», зайти в «Массовые действия», раздел «Правила». Здесь есть список из тех правил, которые вы создали для вашей рекламной кампании. Если вы создавали правила для нескольких рекламных кампаний, то, соответственно, здесь будут располагаться все правила. Первое, на что стоит обратить внимание, это то, все ли вы на самом деле сейчас видите, и те ли правила, которые вам нужно проверить, вы сейчас видите. Что это означает? В данном случае у меня здесь есть правила, автоматизированные только к одной рекламной кампании. Здесь других никаких не создано, и поэтому проверять я буду только их. Но если бы у меня было здесь много разных правил, то мне нужно было бы пользоваться фильтрами. Вполне возможно, когда я бы зашла, здесь стояли бы прошлые фильтры, и новых правил с другим фильтром я бы не нашла. Поэтому первое, что нужно проверить, это отключить фильтры, которые стояли здесь ранее. Даже если они могут быть правильными, лучше этот отключить. Здесь посмотреть, выбрать тот момент, по которому вы хотите искать ваши правила. Например, я хочу искать мои правила с вот таким кодом и с правилом не более 10 просмотров на одно объявление. Копирую название правила, нажимаю «Добавить фильтр», название правила, выбираю пункт «Содержит», здесь «Применить». У меня остались те же самые правила. Если бы у меня их было больше, и какие-то из них не соответствовали вот этому вот правилу, то есть они бы не соответствовали этому фильтру, у них было бы другое название, то они бы здесь не показались. Таким образом, сейчас я вижу только нужное мне правило в списке автоматизированных правил рекламы. Теперь, как вы видите, мне очень сильно помог заголовок, который я заранее прописала правильно. Поэтому, если вдруг вы видите, что у вас заголовок другого формата, пожалуйста, потрудитесь и исправьте его на правильный формат. Иначе вам будет очень сильно сложно пользоваться правилами Google рекламы, а чем это грозит, я уже записывала в ролике про то, какая есть ошибка, если у вас не работают правила в рекламной кампании, хотя вы их настраивали. Посмотрите этот ролик отдельно. Кроме того, сейчас мы видим список из автоматизированных правил. Возможно, они у нас как-то так перепутаны, поставленные в непонятном для нас порядке. Например, там в 3 часа будет работать, 2 часа, в час, в 0, потом в 9, 19. То есть непонятно, каким образом настраивалось вот это все, каким образом это все сортируется. Чтобы нам это исправить, нужно нажать вот на это слово «правило», и тогда мы рассортируем все по названию. Так как названия у нас одинаковые и отличаются только временем, то, соответственно, сортировка будет по времени происходить. Когда 23 часа, потом 22, потом 21, так неудобно в обратном формате. Лучше сделать естественный порядок, то есть еще раз нажать на стрелочку, чтобы она показывала вверх, и самая маленькая цифра будет в начале, самая большая будет в конце. Это сортировка от 0 до 1 или от А до Я. Теперь мы видим, что у нас все рассортировалось как положено. И нам все, что нужно сделать, это просто глазками быстро проверить, чтобы все было по порядку. Например, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, и мы помним, что 24 часа – это те же самые 0-0 часов, которые мы уже с вами проверяли. Итого всего вместе у нас 24 правила на каждый час из суток. Но это мы проверили только название тех правил, которые мы создали. Но в одном названии мы могли неправильно настроить сами правила. Например, мы могли их присоединить не к тому времени. Как это проверить? К тому времени это было или не к тому?
Здесь мы идем вот сюда и смотрим 0,0, 0,0. Помним, что у нас сортировка по порядку, что мы ее только что проставили такой, поэтому можем не сравнивать сюда, сюда, а просто смотреть по порядку. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21 должно быть, а у меня не так. 22, 23. Как вы видите, здесь мы обнаружили ошибку. Теперь мы двигаем сюда и исправляем. То есть еще раз проверяем, здесь должно быть 21. Заходим сюда, изменить. Здесь меняем на 21. Глазками пробегаемся, чтобы все остальное стояло правильно. Нажимаем на «Сохранить правила». Еще один момент. Это когда вы нажимаете на кнопку «Изменить», здесь у вас появляется чуть больше правил, чем вы проставляли. Это нормально, просто они сами присоединяются. Некоторые из них были уже по умолчанию. Просто здесь добавляются новые правила, которые вам вручную проставлять не обязательно. Они какие есть, такие есть. Просто их нужно проставить на самой рекламе, чтобы она работала правильно. А вам нужно было проставить только вот эти два. Статус объявления, все кроме удаленных, и просмотры больше или равно 10, к примеру. Следующий пункт. А к тем ли рекламным кампаниям присоединяются наши правила? Как это проверить? Очень просто. Здесь есть раздел «Описание», столбец. Смотрим, наводим курсор. И смотрим сюда. Наши рекламные кампании должны называться правильно, чтобы мы одну рекламную кампанию не спутали ни с какой другой. Итак, нам опять же очень быстро, легко и просто нужно проверить. Если название кампании остается правильным, одним и тем же, то, соответственно, мы сделали все верно. То есть те правила, которые относятся к этой рекламной кампании, они настроены на нее и ни на что больше. Если нужно посмотреть, кто совершал изменения и создавал это правило, то, соответственно, смотрим вот сюда, в разделе «Автор». Здесь указана почта, с которой человек работал, то есть не его имя, а его почта. Поэтому, если одной почтой, не дай бог, пользуется большое количество людей, это вам будет проблематично. Смотреть, кто что на самом деле сделал, кто как настроил, кто настроил правильно, а кто слил ваши деньги. Поэтому один человек пользуется одной почтой. То есть так мы с вами проверили. И если нам интересно, если уже проставлена такая графа, то здесь будет пункт следующего выполнения правила, когда оно будет сделано. Здесь первое – это часы. Второе – это минуты, и третье – это секунды. То есть с точностью до секунд мы можем узнать, когда сработают наши правила, которые мы создали. А вот эти вот правила появятся ближе к тому времени, когда будет подходить срок, который мы сюда проставили. Уведомления по электронной почте. Если вы не хотите хлама по электронной почте, а по умолчанию здесь ставится такая настройка, как при наличии изменений или ошибок, то есть очень часто, вполне себе возможно, если вы работаете с правилами, вам может присылаться письмо. Поэтому, если мы хотим проверить, не будет ли у нас замусорен аккаунт почты, либо наоборот, не пропустим ли мы выполнение важного правила, если нам нужно проставить другое, то, соответственно, смотрим здесь. Вот так мы быстро продвигаемся, все на месте. Идентификатор правил мне редко когда пригождается. Я его даже не практически заношу в таблицу. Если нужно будет, то, конечно, занесу. Но пока он мне еще ни разу не пригождался. Если он будет очень сильно необходим, то можете использовать. Если нет, то нет. И, соответственно, если нужно срочно выполнить какое-то правило, например, остановить только конкретные компании на вашем аккаунте, то нажимаем на кнопку «Выполнить». Кстати, мы можем это сделать сейчас. Если нам что-то не понравилось, нажимаем на «Остановить». Если пишут, что правило завершено, выполнение,
то мы можем прийти сюда и посмотреть, что здесь есть. Но на самом деле я успела отменить, поэтому оно сработало. Но мы можем зайти в результаты и посмотреть. Вот это то самое правило, здесь написано, изменения отсутствуют. То есть вот, правила у нас постоянно работают на постоянной основе. Они проверяют, нужно ли выполнять необходимые действия, либо нет. Если вам нужно посмотреть результат, то это делается на данной вкладке. Если же нужно посмотреть изменения, которые были в правилах, конкретные, то это можно сделать вот здесь. То есть здесь видно название правила, описание правила, какая здесь есть версия, когда оно будет применяться, когда в последний раз выполнялось, и также уведомления. Таким образом, очень легко и просто можно проверить то, как вы настроили ваши автоматизированные правила. Самое основное, что вам нужно проверять здесь, это включить нужный фильтр, проверить название правил, чтобы они все были верно проставлены с учетом времени. И проверить время выполнения этих самых правил. Также рекламная кампания, в данном случае у меня рекламная кампания, которую вы задействовали. То есть то, что написано в столбце описания. Все остальное, все остальные столбцы, это уже дополнительные. Если вам нужно проверить какие-то более важные моменты, которые проверяются не так сильно часто. Домашнее задание по данному уроку. Проверьте, все ли правила у вас настроены верно, правильно ли вы это делаете, и заодно загляните в вот эти вот разделы, просто посмотреть, как они выглядят, что в них можно посмотреть. Даже если вы уверены, что все у вас настроено правильно, все равно проверьте. Вы как минимум натренируетесь смотреть все как правильно и ничего не пропустите. Поэтому потренируйтесь один раз, проверьте, все ли у вас работает, получается. И тогда уже приходите к просмотру следующего видеоролика.